Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 30 ноября, а вчера у меня был день рождения. И я думаю, по понятным для многих причинам, я не выложил это обращение вчера. Но все равно решил это сделать сегодня, потому что не мог молчать. Друзья, хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что вы все время были со мной. За то, что вы смотрите мои видео, за то, что ставите лайки, за то, что подписываетесь на канал. Честно говоря, признаться, я каждое утро встаю и, ну, вы понимаете, не выспавшийся, грустный, надо в универ, ежедневная рутина, ну, я думаю, каждому знакомо и понятно. Но вот когда мне приходит вот такое вот замечательное сообщение, которое гласит о том, что на меня подписались, это невероятное ощущение. На душе становится тепло, день сразу становится светлее, несмотря даже на то, что за окном может быть пасмурно. Да, просто становится как-то приятно, что то время, которое ты тратишь на YouTube, оценивается по достоинству. На данный момент на меня подписано 143 человека, друзья. Я вас всех помню, я вас всех люблю, спасибо вам большое. И я даже не могу нормально говорить, на самом деле, вы уже заметили, что я заикаюсь, ошибаюсь, но это такое, друзья. Я думаю, что вы не будете судить меня строго. Еще раз спасибо всем вам большое за то, что подписываетесь, смотрите, лайкаете. Но, честно говоря, я не гонюсь за какими-то деньгами, за просмотрами, за популярностью, за славой. Ни за чем за этим я не гонюсь, честно, друзья. Вот не поверите, но это правда. Я просто здесь для того, чтобы сделать ваше времяпрепровождение в интернете, ну, хоть чуточку, но лучше. Спасибо вам, друзья, и не болейте.